кинза, она же кориандр для похудения. Или как похудеть при помощи кинзы. Кинза внешне напоминает петрушку. Если посмотреть внимательно, это петрушка, но имеет более изысканный аромат. И вкус, собственно, тоже другой совершенно. Кинзу используют при приготовлении супов, салатов, вторых блюд и закусок. Кроме зелени, нередко используют и семена, которые имеют приятный запах. По вкусу где-то получается, или по запаху, наподобие смеси цитрусовых и аниса. Где-то вот такое вот. Кинза не только помогает разнообразить вкус и аромат блюд, она еще очень полезна для здоровья, благодаря своему составу. А скажу также, что при правильном применении зелень помогает в похудении очень хорошо. Прежде всего, кинза содержит много клетчатки. Следовательно, ускоряет переваривание пищи и очищает наш кишечник. Кроме того, есть легкое мочегонное и слабительное действие, поэтому уходит лишняя жидкость из организма. Кинза, она же кориандр, реально разгоняет метаболизм. Да-да-да. Реально ускоряет обмен веществ. Все это очень важно для похудения. Конечно, включить кинзу в меню надо тоже правильно. Потому что не стоит просто добавлять эту пряность во все блюда. Необходимо соблюдать меру и не лупить по передозу. Достаточно 30 грамм зелени и около 2 грамм семян, чтобы запустить процесс снижения веса. Это я сказал на день. То есть 30 грамм зелени и около 2 грамм семян. Естественно, при этом следует правильно питаться, не злоупотребляя всякой сдобой, да, булочками, сладостями, жирной, острой и копченой пищей. И я уверен, похудеете вы 100%. Кинза, она же кориандр, именно подходит больше девушкам. Женщины, девушки ее очень сильно полюбляют. Друзья, не забываем писать в комментариях свое мнение насчет этого видео. Если понравился ролик, то поддержите нас лайками и поделитесь этим видосом с друзьями. Берегите себя и своих близких. Это канал «Реальная качалка».